Владимир Малахов покидает Берлин и дарит своим поклонникам прощальный триумф. Блестящий балетный вечер – начало прощания. Танцовщик с мировым именем Малахов возглавил Берлинский государственный балет в 2002 году в качестве директора труппы, продолжая при этом танцевать. Публика обожает непревзойденного мастера романтического балета. Критики считают его порой слишком консервативным. Как будто, отвечая им, Малахов пригласил своего друга, французского хореографа Сиди Ларби Черкауи, звезду современного танца. Beautiful. Красиво, здорово, больше ничего не скажешь. Соло для Владимира. Великий танцовщик покидает Берлин. Без работы он не останется. С лета Владимир Малахов руководит балетом в Токио. Его преемником в Берлине станет испанец Начо Дуато.